Советник директора по воспитательной работе. Введение в школах такой должности – одна из наиболее обсуждаемых инициатив в современном образовании. В этом году такие специалисты появились во всех школах Мариэл. Чем советник отличается от завуча или педагога-организатора? В тонкостях работы специалиста разбиралась наша съемочная группа. Ребят, сегодня обсуждаем видео поздравления для Луганской республики. Актив 16-й школы в сборе. За столом собрались ученики среднего и старшего звена. Во главе советник директора по воспитательной работе. Проще говоря, навигатор детства. Она педагог опытный, работала в детском саду, 4 года учителем начальных классов в школе, а сейчас на новой должности. Активные ребята помогают мне организовать, охватить больше классов для проведения мероприятий. А внеурочное время мы с ними собираемся. Вот захотели дети повязать, а есть у нас кружок вязания? Я говорю, а давайте организуем. Садимся по вечерам и вяжем. Раз, вот сюда под пальчик, видите? И вот эту вот нитку накидываем. Должность советника директора по воспитательной работе в школах Мариэл появилась только с 1 сентября. Обязанностей много. Организация событий, внеурочная работа со школьниками, патриотическое и спортивное воспитание. Но основная задача педагога – поддержать, направить, раскрыть таланты детей, создать сплоченный творческий школьный коллектив. По сути, советник – это универсальный специалист по генерации идей школьников. У советника директора по воспитанию есть больше времени находиться именно непосредственно с детьми, работать, уделять им время, находить таланты. У любого ребенка есть какие-то таланты. И моя задача их увидеть и развивать. Помимо новой должности, в школах появился центр детских инициатив. Это пространство для творческих занятий. Ученики бегут сюда на каждой перемене, общаются со старшими наставниками, рисуют, пишут сценарии, планируют волонтерскую деятельность. Волонтерская деятельность – это, можно сказать, как вторая жизнь для меня. Я познакомилась с разными людьми, я развела свою речь. Вот. Я сейчас нахожусь в выпускном классе и в своих сочинениях всегда пишу про волонтерскую деятельность, чем я занимаюсь. Познакомилась с очень интересными людьми, посещаю регулярно мероприятия. Вот. Езжу в военно-патриотический центр в «Авангард» на слеты. Отличие заместителя директора по воспитательной работе от советника в том, что завуч координирует работу всего коллектива. А наставник общается только с детьми, как говорят сами школьники, старший товарищ мотивирует и на учебу, и на творчество.